Уральцы возмутились вырубкой деревьев на берегу Урала. По мнению местных жителей, это может привести к еще большему обмелению реки. В Управлении природных ресурсов и регулировании природопользования отметили, что начата реализация двух проектов по укреплению берегов Урала. Работы согласованы со всеми органами. Эти съемки на камеру смартфона сделали местные жители. Они отметили, что спил и вырубка деревьев начались 6 марта. Сейчас голые берега будут, вода начнет испаряться в два раза быстрее. И это называется по-хозяйски принять меры, государственные деньги израсходовать. Налицо нерациональное расходование бюджетных средств, как будто их некуда девать. Юрий Кобзарев считает, что необходимости в укреплении берега Урала в этом месте нет. Мужчина заявил, что в 80-е годы прошлого века здесь были забиты бетонные сваи, но течение реки отошло от прибрежной зоны. Приехали работники с пилами и начали пилить лес, именно прилегающий к реке Урал. В данное время Урал не смывает берег, сам лес от природы вырос, защищает берег Урала, он является легкими для города Уральска. Выяснилось, что заказчиком работ выступает областное управление охраны природных ресурсов и регулирование природопользования. Здесь отметили, что реализуются два берегоукрепительных проекта. Их общая стоимость порядка 750 миллионов тенге. 470 метров общей сложности. Первый, значит, проект сметной стоимости где-то стоит 326 миллионов, второй 423. Шпунты будут забиваться, чтобы берег держался в каком уровне, как по проекту. И сваи, они будут между связаны, и сверху ростверк будет такой заливаться. И идет, значит, бетонная обшивка. Отметим, что завершение проектов намечено на следующий год. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.